Сердце какие-то. Володя уже не ходит. Он же здесь. Еще на одно место можно. Ой, тихо. Мне кажется, можно здесь? Есть. Вот, я не хочу. Дай нам пройти, потом настроишь. Что там надежда? О, ну, это кто такое сделал? Сестры, проходим. Нормально. Сестры, братья, заходим. Трапезную. Это детишки. Мне так и будет сидеть, да. Царю небесный, утешителю души истинный, и жизнецы, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ми, и очисти ми от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше собрание. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Да, торопиться не надо. Татьяна Кузьминична нет. Вместо нее кто? Надя? Докладывай. Да мне никто не отзвонился. Не у кого отзвонился. Я спросила, все здоровы. Галя Загуляева, машина сломалась. Потому и не приехала. Ну, Татьяна Кузьминична, у нее, слава Богу, все так штатно. По ее заболеванию, можно сказать, вполне удовлетворительно. Да, планируется на понедельник выписка из стационара. В отношении химиотерапии скорее даже не будет, чем будет. Потому что при гистологическом исследовании мои коллеги из онкодиспансера сказали, что там не обнаружено метастазов в регионарных и лимфоузлах. Отдаленных метастазов тоже во время операции не выявлено, поэтому с учетом возраста, скорее всего, не будет какая-то опухоль. Так что, но все равно она благодарит всех за молитвы. Она бодро, сразу чувствуется, что человек со Христом, и она уповает на Господа во всем. Тамара были...
три месяца швы будут снимать, через месяц швы на глазу заживлять, да. Через месяц появится, пока не молится, все, ну, наклоняться и не сделать со зрением, да. Живая, бодрая, обрадовалась очень, так что, слава Богу, да. У нее голова кружится, поэтому она никуда не выходит. Какая Тамара спрашивает? Глухонемая. Она дома. Я много говорю. Да, наступающая неделя называется неделя мытарей и фарисеев. То есть приводится нам на память, как мы должны, как говорит святитель Иоанн Златоуст, лежать смиренно мудрее, не превозноситься, не заглядывать за другими, а больше за своими, за своей душой следить. А то мы часто бывает за другими-то следим, а о себе забываем. Больше о себе нужно. А другого, если ты видишь, то, говорит, обличи его один на один, нет, двух-трех призови. Если нет, тогда прийти в церковь. А если не послушает, то будет это как мытарь. Следующая потом неделя будет о блудном сыне. Тоже привозит, как далеко ушел, вернулся. Чтобы долго не надо уходить с иным корытом, а лучше жить с отцом. Все будет хорошо тогда. И потом дальше о страшном суде. То есть приводится на память страшный суд. Если не будет тебя смиренно мудре, будешь удаляться далеко от отца своего, питаться у свиных корытов, то смотри, что картина покажется страшного суда. Вот, а потом прощенное воскресенье. И начинается, говорит, поприще Великого Поста. Уже с этой недели церковь как бы готовит нас к тому, чтобы мы вступили в Великий Пост. Вот. Ну, так вот. Все, ко мне какие вопросы будут? Вы говорили, эта неделя без среды и пятницы, да? Да, эта неделя сплошная. Называется сплошная. То есть поста в среду, пятницы нет. Спрашивают, а почему так? Ну, так установили, те, кто устав составляли, отцы так установили, что нам, почему так? А было бы, сказали бы, через день просто, почему через день? Но нам бы хорошо, чтобы совсем бы не было, да? Поэтому эту неделю нет поста, следующей неделе будет, как обычно, с постом в среду, пятницу, и называется сырная неделя, масленица. Так, еще что? Батюшка, что там у вас в Потеряевке? Как? У нас что? Видно, что весна начинается? Да, весна-то так особо-то не видно. Вот, ну, но день последний был, сосульки, которые висели, как-то отпали, видать, немножко на солнышке, которые подтаяли, так отпали. Так-то нет, ничего пока. Ну, так рванет нет. Сильно в этом но году? Но видно только по воробьям, что воробьи зачирикали весело. Ага. Ага, так, то они зимой там рахматятся, сидят, молчат все. Еще я заметил, у меня возле окна я вешаю две 5-литровые бутылки, вырезаю один бок и туда кладу сало, так. Баранье сало. Все время прилетали жуланы, так мы называем нас жуланы, они синицы. Но почему-то у нас их зовут жуланами. Это характерно только, по-видимому, у нас. Я когда в армии служил, и брат ко мне приехал, Игнатий, да, и мы пошли в зоопарк. Ну и смотрим, там бегемот там ходит, и эти... Там я говорю, о, смотри, жуланы здесь. А мужик сзади, ребята, вы, наверное, с Алтая? Я говорю, а как ты узнал? Он такой, жуланы, говорит, только там, говорит, у нас так зовут, жуланами. Они прилетают сюда там по несколько в эти и клюют сало, питаются. А как потеплело сейчас, ни одного нет. Воробьи еще прилетают, а жуланов нет ни одного. Я-то заметил, как только теплый, где-то они находят себе это, как мороз, то они с раннего утра еще чуть-чуть светает, уже и целый день пасутся здесь. Значит, уже теплее. Я смотрю на это и думаю, что да, наверное, будет теплее все-таки. Да. Дятел. А? Дятел. Дятел тоже не прилетает. Все. Зимой прилетает дятел. Прилетал два раза в день, утром, вечером. За сальцем. Красивый такой, у него подрясник такой полосатый. Да, и скуфейка красная, скуфейка такая у него на голове. Кардинал. Такой этот, если там жуланы и воробьи есть, он прилетает, они все улетают, садятся на березке и сидят.
смиренно, мудренно. Он, а он так прыгет, топ-топ-топ, потом опять так посмотрит кормик, опять топ-топ-топ, и опять кругом посмотрит, и опять наестся, тряхнется и полетел. Тогда они все налетают уже, и уже начинают. Как матушка. Матушка ходит, помидоры. Спасибо. Растит. В этом году снега больше? Нет, меньше. Да, вы что? Снега немного. Ну, примерно как в прошлом году было. А как в позапрошлом году у нас было мне, который штафетник полностью был в снегу. А сейчас сколько? А сейчас до половины. Немного. Это да. Немного. Снега немного было. Это сравнительно немного. Но весна приходит, на крышах-то много намело. Когда особенно у Диакона, он его заметает за это, у него на крыше до метра бывает снега. Ничего себе. Когда он как-то, видишь, поставил сарай так, надо было как-то повдоль, они неправильно рассчитали, всегда снега очень много. Он бросает, бросает, смотришь там. То был венька, веньки нету, так вот так. Снега немного. Так, еще что? Серафима как там? Бабушка Серафима. Серафима? Ну что, Серафима у нас очень хорошо. Бодрствует. Все, бодрствует, стоит она, молится. Вот, это нам ее будет не хватать, если Господь ее отзовет себе, очень не хватать будет. Никогда на службе не сядет, никогда уже. Володя жал, она говорит, приходит, говорит, дома и падает, устает, говорит, а я говорю, Володь, ну, нас же, говорю, мы сядь, посиди, нет, в храме нельзя сидеть, никак. Однажды молились мы, литургия, потом была кафедра еще, и я слышу, сзади грохот, кто-то упал. Но я дальше не оборачиваюсь уже, молиться. Потом, оказывается, она стояла и упала. Что-то у нее, видать, ну, обморок или как-то, и упала. Ну, подняли там сестры ее, Люба была, она видела, да? И она прямо на меня упала. Грохнулась прямо это. Ну, подняли ее, посадить ее хотели. Она не села, нет. Палочку взяла с палочкой, но сесть и не села. На колени сначала встала. Вот так вот. Потом с палочкой. Колен, потом встал и никогда. Земные поклоны делает только так. Вот так. 93-й год уже. 93-й год. Вот так. Это так она. Так, ну а второй все так нормально. Там Алексей в новый дом перешел, там еще достраивает внутри, все там это делает. Ну, уже живут в новом доме. Ну так. Так ничего особого нет. Все переболели гриппом, все. По порядку. Да вот интересно, как он попадает. Интересно. Когда ветер с Барнаула, наверное, от вас дует, надо его сбрасывать. Езжу, в город-то ездят все. Я езжу. Вот. Барабаш ездит другие. То я? Да. Два раза. Да. Первый раз прошло, второй раз еще сильнее было. Видать, мне достаточно. Отпустил Господь на праздник, чтобы я думал, хоть бы когда праздник-то был, архиерея. Я тоже боялась, что. Но при этом у меня полегшало. А приехал, опять заболел. Ну, за что? Ну, вот так вот. Так, все. Ну, все. Давайте, ведите, кто ведет. Через неделю, батюшка. Да, как обычно, через неделю. А потом там будет напрощенное воскресенье. Там два воскресенья будет подряд. Через две и напрощенное воскресенье. Там же будет это. А потом утром мы прощенное, как всегда, проведем. А вечером идем, где будет Владыка, там туда нам прощенное. Приходите. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 18 глава, 9 по 14 стихи. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Толкование.
Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами, ибо много отраслей самолюбия. От него рождаются самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога, ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него. Высокомерие низвергает человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу. Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного, ибо он говорит: «Благодарю тебя, Боже», но последующая его речь исполнена решительного безумия, ибо он не сказал: «Благодарю тебя, что ты удалил меня от неправды, от грабительства, но как? Что я не таков». Поэтому фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной силе, высокомерен, отсюда дошел и до осуждения других. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренномудрия в фарисее и словом «став». Ибо у смиренномудрия и вид смиренномудрий, а фарисей и во внешнем поведении обнаруживал тщеславие. У фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. Смотри на порядок, какой представлялся в молитве фарисея. Сначала он сказал, каков он не есть. А потом перечислил и то, каков он есть. Сказав: «Я не таков, то, как прочие люди», он выставляет и разные добродетели. «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть от всего, что приобретаю». Ибо должно не только уклоняться от зла, но и творить добро. Псалом 33:15. И прежде должно удалиться от зла, а потом приступить к добродетели. Подобно тому, как, желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду. Вопреки страсти прелюбодеяния, он хвалился постом, ибо похоть рождается от чувственного присыщения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей. А фарисеи подлинно постились во 2-й день недели и в 5-й. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает 10-ю часть от всего, что приобретает. Грабительство, говорит он, и нанесение обид столько мне противны, что я отдаю даже мое собственное. По мнению некоторых, закон заповедует вообще и навсегда десятину. А те, кои глубже исследуют его, находят, что он предписывает троякого рода десятину. Об этом подробно узнаешь из Второзакония, глава 12 и 14. 14, если приложишь внимание. Так вел себя фарисей, а мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцания горних предметов, так как они любили смотреть на блага земные и пользоваться онами. Он ударял себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы и пробуждая оное от сна к сознанию, что ничего другого не говорил, и ничего другого не говорил, кроме сего. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. За все это мытарь пошел более оправданным, чем фарисей. Ибо нечист пред Господом всякий высокосердый, и Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Книга притчи, 3 глава, 34 стих.
Иной, быть может, удивиться, почему фарисей, хотя немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осужден. А Иов и очень много высказал о себе великого, однако ж получил венец. Это потому, что фарисей стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его и осуждал других, когда не побуждала к этому никакая польза. А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья и налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страдает за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и для того, чтобы люди не ослабевали по пути добродетели. Ибо если б люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные, и он страдает за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел, и таким образом вместо страннолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо милостивых и правдивых – немилосердными и обидчиками. Ибо таковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим уже о том, что в самых словах его, по-видимому, велеречивых, просвечивает совершенное смиренномудрие. Ибо, цитирую, «Если бы я был, — говорит, — как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Иов 29.2. «Видишь ли, он все возлагает на Бога и не осуждает других, но скорее сам терпит осуждение от друзей». А на фарисея, который приписывал все к себе, а не к Богу, и без нужды осуждает других, справедливо наводится осуждение. Ибо всяк, возвышающий сам себя, унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя через осуждение возвысится, будучи оправдан Богом. Так и сказано: «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться». Пророк Исаия 43:26. Господу нашу слава во веки веков. Аминь. Александр Михайлович. Кузьмич. Кузьмич. Всех благодарит за молитвы. И всех любит, всех целует, о всех помнит, о всех молится. И звонили Женя Гумила, мне Александровне. Она болеет, она принесла на ногах, видимо, инфаркт. И это самое сейчас ей плохо. Ну, в общем, ходила в больницу, ездила, ей как бы там, ну, подтвердили диагноз. Сейчас там будут врачи из Барнаула, и она записалась к кардиологу уже там ко всем последующим врачам. Ну, какие последствия? Только молиться. Да. Мне сказали, что я скоро вызвала, она мне сказала. Еще у кого есть слово? Братья и сестры, я хочу обратиться как наблюдающий. Вы не раз слышали, да любите друг друга. А любовь в чем проявляется? Это в мелочах, в быту. Быт наш такой, что он нашу любовь, особенно когда это вот у молодых там радужная любовь, розовые очки, там я Лизавета, Лизавета, я люблю тебя за это, и за это, и за то. А потом все это быстро проходит. Быт он быстренько все это. Так вот, в быту мы должны тоже быть в мелочах друг к другу, любовью. Чтобы с любовью относились. Снисходительно. Да. Если, например, зашел в туалет, а потом вышел из туалета и закрыл, а то стоит там на улице, мерзнет, думает, что там занято. Ну, элементарно, там есть вертушка, которую нужно закрыть. Видно, что свободно. То есть закрыто, значит свободно.
Вот я так сказать. Хочу вам напомнить об этом. Маленькая деталь. А вы в почтении друг друга предупреждать надо. Правильно. Один раз стояли, предупреждали тоже. Это то же самое, когда не докрывают дверь здесь. Ну и естественно там... Или когда комары открывают. Надо быть опрятным. Думайте, что здесь кто-то наводит этот порядок. Братья наши работают здесь с чистотой, с благодарностью относиться и уважать это. Часто свой. Заходишь, бумажки разбросаны, мало очень часто. Бумажки, да. Какашки еще. Ну, одним словом, опрятным. Надо быть опрятным, конечно, в этом месте. Это общее место наше. Ну, блюдите. Блюдите. Да, чистоту. Каждый за собой должен. Что-то Надежда Васильевна полегче, нет? Надежда Васильевна полегче, да. Скорая приехала, посмотрела давление. Она немножко перепила, наверное, своих таблеток. Ага. Что сказать? Но она выпила таблетку, когда у нее был приступ. Она там дома выпила и здесь еще приняла таблетку. Поэтому обессилила, да? Ну и так. Голова закружилась, она не смогла сидеть. Ну, я хотел от мамы поклон передать. Мама всем передает поклон. Спаси Христос за молитву. Больше половины сказали, она приняла этих лучей. Полностью уже не принимает она это. Все на кетоноле была, ей обезболивающее, снотворное ставили. Все, уже где-то неделю она ничего этого не принимает. То есть боли отошли. Ну, как бы там, где-то там далеко-далеко, там в ноге, говорит, что-то вроде как есть. Но ее там смотрят, эту опухоль. Ну, в общем, короче, она ясно уменьшилась. Но еще будут лучи. Ну, сказали, что все хорошо в лечении идет. Удачно. Аллилуйя. Врачи молодцы. С Божьей помощью. Еще у кого есть слово? Игнат Тихонович, вам. Мы сегодня читали про мытаря и фарисея. Эту притчу надо рассмотреть в сегодняшнем положении. А не так, что фарисей плохой, а мытарь хороший. Люди так и понимают. Вот вы ходите в храм, а я не хожу. Почему? Я вдали стою, но толкую это по-своему-то. Ну, я никого не сужу, как вы тут делаете, что там, кем торгует-то табаком, алкоголем, кто патриарх. Я вообще не касаюсь никого, я никого не сужу. Я опять вышел. 5 манек и 5 танек у него. Но я никого не сужу. Посты не соблюдаю. Если великий пост, то можно первую и последнюю как-нибудь, там с рыбой или с курочкой только. Потому что свинину в этой можно не есть. Я знаю их, лукавых людей. Здесь не сказано, что погиб. Пошел менее оправданный. Вы считаете правильно. Менее, то есть не говорится, что не оправдан, а менее. Менее и больше. Один получил денег меньше, но он получил. Так вот в чем суть-то вся. Эта притча показывает момент нахождения в храме, не более того. Ни жизнь до этого, ни жизнь после этого. Но мытарь побыл, побил себя в грудь, матросскую тельняшку. Вышел, и опять за прежнее. Дальше-то притчи нету, понятно. И все хотят быть вот таким мытарем. Брать налоги, а это что? Это речь идет о тех, которые налоги взимают. Ну и что, что малая пенсия? Ну что, повысили пенсионный возраст? Мытарь пошел осужденный. Это вы такие делаете, а я оправдан. Я только беру, я ни с кого не беру. Мне дают оклад 500 тысяч или миллион депутату. Это все разложить можно по частям. Фарисей осужденный пошел. Так, теперь, почему апостол Павел про эту притчу не говорит? Он поступает как самый настоящий фарисей от фарисея. Он говорит, я фарисей от фарисея, я более сделал, чем они. Позвольте, а как же мытарь? Тут речь идет, что тот хвалился тем, чем мне нечем хвалиться. Мы вот с детства родились в старообрядческой семье, без поповства, там ничего нет. Но посты строжайшие были. От груди ребенка отсадили, все, больше ни один ребенок молочного не получит. И все дети здоровы, 10, ни один, ни два, не дохлые. Я почуюсь 2 раза в неделю. Мы никогда не считали, это все равно, что понедельник, вторник, среда ничем не отличается. Ем, не ем. Он выставил то, что обязательно для еврея, как жизнь, как дышать воздухом. Платил десятину. Знаете, подоходные высчитывают, кто это знает. А с меня подоходные высчитывают. А сказали, не высчитывать, а отдай. Разницы никакой нету. Десятина тебе не принадлежит. И они это знали. Мы там ничего не знают. Он не говорит. Он не осуждал. А платил он? Нет. Постился? Нет. Это не одобряется. А одобряется то, что он не судил его. Судил там бы за дверями. Было бы все справедливо. Пришел наедине, ему сказал.
А он здесь другой. Он видел, какой вошел, но перед Богом он был другой. Он то отрезал, виноват. Я не могу глаза смотреть на Бога, поднимать. Вот ведь что получается. А тут так, о, поздравляют друг друга, еле блудного сына, это наш праздник, мы все дети блудные, это так хорошо, и мы блудим. Я говорю, что ж ты блудишь-то? За деньги нанимает какую-то грязную тварь и тащит вагон. Наш был здесь, такой нищен общий. Я говорю, что ж ты делаешь? Да у меня и дядя такой же был. У меня и дядя такой же был. На все надо смотреть очень серьезно по-сегодняшнему. Апостол Павел перечисляет, где он больше в опасности, больше трудился, больше путешествовал. И к фарисеям его отнести нельзя было. Был по корню, по происхождению старообрядец. А теперь Бог его вывел. То есть старый обряд он вел, делал, а теперь как бы ничего не было, все отошло. Если это непонятно, перечитайте притчу еще раз. Я коснусь того, о чем сегодня говорили. Эта притча очень много, много говорит людям. Я много общаюсь с людьми. И поэтому говорю, что на мытаря сегодня тянут мало. Но ничего нету, никогда не платил. Как от десятины, да пошли вы. Вот и все. А тут надо сказать, десятина не отметалась, а то, что в храме стоящий, он судил по предыдущим шагам, пока он не вошел в храм. Вошел в храм человек, никому не подсуден. Только Бог, он перед Богом предстал. Вот что самое-то важное. Мы судим вчерашнего, а он уже совершенно другой. А если бы он вышел и опять завтра пришел, притчи этой не было бы, она была по-другому. Не будьте как этот человек, и дальше все. Батюшка начал говорить о птицах, о жуланах, которые видел в окне. Правильно, он только не сказал, что жулан, его нету все лето. Как только первые морозы ударили, он явился к людям. И два жулана вместе никогда не бывают. Воробьи кучкой. У них настоящее собрание все время черимкают. Я узнал, почему черимкают так много, они бывают, кого-то начинают гонять весной. Оказывается, в 20 раз и даже в 25 больше женского, это, мужского пола, чем женского. И они заодно бьются, заставляют, ну хоть за кого-то выйди, воробьиха, замуж-то. Вот как объясняется. У меня голуби, я сегодня тогда имею право или как возможность сказать о голубях. Всю жизнь держу, но они не в комнате. А в комнате я увидел другое. Птицы какая у нас была? Гуси были. Вот у нас тут. Лебеди. Я не вижу, где она. Она вышла. Баба, вон пошла, Люба. У нее сколько? 6, кажется, пород куриц только было. В одной такое перо, как будто взрыв на макаронной фабрике. И очень интересно. Индюков держали. И ни у кого нет вот того, что есть у голубей. А что у голубей есть? Особое. Это ухаживание. Петух, вот тут, ему разницы нет, он гарем держит в руках своих. Да. Когда ему надо было какую курицу, все равно, говорит, запарить догонит. А не догонит, а хоть согреюсь. Гусь хороший семьянин, он гусенка не отдаст где-то. Да. Селезень дурак из дураков, она от него прячет яйца. Если он найдет, все раздолбит и выбросит. Да. Селезню ничего не надо, ему нужна только утка, и чтобы каждый день ее по 8 раз топтать. А вот у голубя по-другому. Я уже смотрю, вот они выпускаю, когда они начинают целоваться. Клюв за клюв и друг другом держат. И обязательно ему надо куда нос сунуть под крылья. У него там одеколончик какой-то. Он тогда берет ее за нос. И тогда она несколько раз нравится. Она тоже у себя что-то возьмет какие-то духи. Феромоны. Аромат распускает. Далее. Время наступило. Садится ей, голубки. Она садится. Он как будто не знает про нее. Но вот время подошло, есть, он садится свободно. Одну не оставит. И сколько я историй увидел, только здесь рядом. Я записываю каждый день, когда у них глаза открылись у голубят. И вот только открылись глаза, ну это совершенно слепыш. Неполные 2 недели. Гляжу, начинает обхорашиваться. Я скорее делаю второе гнездо в комнате. Это уже он ее зовет. И теперь он... Ну, поет и поет, если надо. Залезет в гнездо, но ей кормить надо. А то у голубей только такое есть. А кормят двое. Как только она села на яйца, парит, все, больше детей не касается. Он один кормит. Да это безразличный был, а тут он такое отцовство развивает. Голубь не клюнет, но если в гнезде сидит, он будет тебя долбить, бить.
Это у голубя. Однажды было так. Я дал воды, и в это время дал ему мороз. И он повредил ногу и в колени, видимо, вывернул, сидел только на одной ноге. А уже дети. Голубка сразу же его бросил и к соседнему голубю. И он один выходил их и вырастил. Ни одна курица, ни один гусак, ни один индюк этого не сделает. В них что-то особое. Вот любая курица, если квощет, она через короткое время тебе уже надоест. У голубей хоть сутки сиди, как он поет, и все нужно. Я посмотрел, почти трехэтажные телеги такие сделаны в германской армии. И люди выделенные, средства отпускало военное министерство, голубятни. Почта была, мобильников-то еще не было. Это специально. Ни одна птица домой не возвращается. Где она была, там останется. Если прилетела, то улетит и не вернешь. По сегодняшний день эти тренировки идут. Вот приехали отсюда с города Свердловска. И такая, как машина наша, газель. И там гнезда, поилки. Их везут сюда. И вот около моста, что видно было, что тут Барнаул на угле написано. И когда их выпускают, в это время все снимают. Каждая окольцованная. Одни с одной стороны, другие с другой. С Красноярска. И вот так дверку поднимают, и они там 60 у них, как выстрелы. Первый круг, и каждая разворачивается, откуда пришла. Другие с юга, дом, где на север. Это вообще. И однажды продали голубку в Японию, и она в Москву прилетела. Значит, где-то она отдыхала, а ее печати там на крыльях ставят, видно прямо, что она такая породистая. Но это уже рекорд был. Как они ориентируются? Увозят в корзинке, она с тобой сидит, она ничего не видит. И в машине-то даже не заглядывает, надписи-то. Вот это единственная птица. И Господь поставил ее в пример. Вот если сгорел там дом или что, все, ни один воробей не подлетит. То зачем он подшипит под любой у соседа? А голубь будет кружить над пепелищем. Вот так мы должны любить церковь. А у нас только вышли, и скорее как выстрелили, уже на той стороне. Собрание не нужно. Не нужны собрания, тебе тогда что тогда нужно-то? Просто отстоять столбом церкви, ты в любом храме можешь, ты уже потерянный. Помни это. Нас что объединяет? Братство. Вот слово «пижон» знаете, что означает? Пижон. Ну, франк такой, как он себя показывает. А это по-английски голубь, пиджон. И вот он как перед ней ходит, как разговаривает с ней, как ухаживает. Ни у кого из птиц этого нету. Как только она села парить, он свободный, пошел по другим. Но ни одна голубка его не допустит. У нее, видимо, кольцо на пальце. Ты жена, ты отстань от меня. Я могу даже как рассудить по ним. Я только о голубе буду говорить. А что батюшка говорил, он не все еще сказал. Жулан, когда остается здесь, где-то гнездо у него, он в лесу обычно, его не найдешь. Вот так труба стоит, вот такого размера, ну, 20. И он, как он лазит, непонятно. В железной трубе она закопана вместо столба. И там вывел детей. Ну, любопытно, если мы ключ это подоткнули, он обязательно вытащит его, хорошо, если недалеко бросит. Он очень любознательный. Но опасности у него как будто не существует. Любознательный. Мы их ловили много. В комнате пускали, они сюда летали. Это я о птицах сказать. Однажды залетел, батюшка про дятла говорил, ну про дятла. А я на втором этаже, там где Павел, где Никита жил, а у окон, ну еще подоконник не положенный, а стенка, и там опилками засыпано. И он ударился в стекло, а я подхожу. Что он может сделать? Он на опилке соскочил, и как будто вибратор, и провалился, и ушел в опилки. Вот так он долбит там, где есть, на морозе. А это же воздух, плохой проводник тепла, у него пенопластовое это пенистое вещество. Это у дятла. Если он начал долбить, не случайно, у нас столб стоит, который электричество идет, и один столб долбит. Никто не знает, что. Это знак, что начал гнить, и там черви. Он достает червей. Дятел. Вот. Ну, об этом мы сказали. Я удивляюсь, как вот когда ты ничего не знаешь, Богу доверяешься. И Бог это делает. Вот смотрите, вот этот стол. Приезжали с Украины, Коломенченко, Олег. И никто ему не заказывал. Он самостоятельно, он мастер, сделал. Он ко мне никак не связан с изданием книг. Я не знаю, я издаю книги. Получается, ровно в стол ни одной книги не положить. Независимо друг от друга. Как это может быть так? Нам нужен был бак. Здесь была Галина Ивановна Силина. Она на заводе заказала по 1,5 метра. Ну и высоту где-то, наверное, 1,20 м. Ну, просто сказала, чтобы только примерно нам хватит где-то.
приехал, кажется, Николай Польгоев, Николай Валентинович, и сварил. У Игоря есть там этот кун поднимает, принесли, куда ставить-то мы не знаем. Вот хорошо бы сюда, и два дерева, миллиметр в миллиметр между деревьями. Никто не мерил, деревья садили не знали, заказывали не знали, сварили не знали. Принесли, оба борта упираются. Даже вот, ну не то что палец, а бумагу не проткнешь, с такой плотностью подняли, сел и все как будто так. Значит, где мы не знаем, Господь нам дает. Меньше всего думать на такие вещи. Вот. На этой неделе событие очень важное было. Не одно. Запишите, о чем скажу. Мы слышали, как в Татарстане, в этом, недалеко от Казани, город Булгар есть, Булгар. И там отец Владимир Головин. Владимир Валентинович. У него многое было по-другому сделано, как по соглашению люди молились, и на него начали нападать. И сильно начали нападать, это миссионерское дело, это самое злобное, самое хитрое, все туда скатилось. И они взяли за него везде писать. А у него тысячи людей там всюду едут, в интернете. Как кончится служба, он там это, стул, он садится прямо в храме. Народу не протолкнуться нигде, тысячи. И решили его свергнуть. И дальше начинается. Запретили на 3 месяца надевать одежду в священничество, кого-либо благословлять. И чтобы он из интернета убрал, что у него есть. Они шагнули за это, а там беседы, одни беседы. И как-то на одной из бесед, которая женщина так приятно одетая, и спрашивает, вот поступили, а ему вопросы задают. Он говорит, поступил такой вопрос, вот, что вы скажете об Игнатии Тихоновиче Лапкине? И он такое сказал, я сам о себе сказать этого не могу. Не подходит ли к вам гордость? Почему гордиться-то? Он отвечает, вот посмотрите, Осипов, профессор, как говорит, я так не могу сказать. Мне нравится Илларионов Киев, митрополит, нравится там Андрей Кураев, а там Ткачев Андрей и патриарх. Но я скажу еще об одном человеке. Горячий. Писание, если Библию где называют, а у меня этого ничего нет, чем я могу гордиться? Но второй раз когда-то спрашивают, и он опять говорит, я собирался этим летом поехать туда, Потеряевку. Но у меня такие обстоятельства, сейчас запрет этот. На следующий год уже к нему люди там прицепляются, ни одному приехать, посмотреть. И его на этой неделе сняли сан. Ни запрет, ни продлили эпитемию. И суд продолжался, кажется, 28 или 18 минут всего только. А у него сын Анастасий. Его сын, Анастасий Владимирович, я не знаю, кажется, я романах, может, я тут ошибаюсь. И его тоже лишили сана. Я в первый раз встречаю такое. Это значит, он всем абсолютно поперек стал. В первую очередь, снимать с него, чтобы сан, должно быть 3 епископа, надо посмотреть. Или 6 даже. А епископа, чтобы снять сан, должно быть 12. Должны все знать. Здесь ничего этого не было. И какие предъявили, а вот у тебя был, он говорит, я этим не распоряжаюсь, это другие кто-то, модераторы ставят, какое я отношение имею? Они берут мои проповеди, я не запрещаю. Было что-то, его спросили, я не буду повторять, школьники там, а как вот Христос был, когда ходил, и он прямыми словами ответил, не мне это судить. Это ему поставили вину. Но снять сам, ну конечно, если они настоящие, эти, которые были судьи, то вернуть уже нельзя. Но он может в этот же день пойти и причаститься. Вот если он согрешил, у него появилась там любовница, его сан снимается навсегда, а причаститься может в тот же день. Если мирянин, то на 7 лет отлучен. Почему? Потому что через 7 лет я могу занять свой пост мирянина. А он уже никогда не вернется на свое место. Хотя сегодня они могут возвращать 10 раз, сами же его будут проклинать и сами восстанавливают. То есть игра идет. Я в прошлый раз как-то говорил о нем, и сына я не поминал, не знал. Вышел один человек, сказал, привет передал, у него нет связи, у него нет скайпа. И вышла его жена Ирина на меня. Поговорили немного. Я говорю, так я ждал, что придет отец Владимир, у нас нет скайпа. Помолиться о нем. И сыне Анастасии. Владимир и Анастасия. И чтобы Ирину Бог утешил. Они ни одного обвинения, которое было в ересе, там ничего этого нету.
А вот там, что были люди, какой-то поток денег, а говорит, он деньги давал. Даже давал сверх того, чуть не два раза, что больше. А я не знаю, насколько верно, вчера только выставили. А тут и поделился. Это непростимый грех. У Солженицына говорит, посадили большого начальника, только один грех у него, с кем-то не поделился. Вот у него обвинение в этом. Я очень внимательно смотрю, каждый день молюсь за него и скажу, да благословит его Господь. Я всего не знаю, там не был, но нельзя так. Вначале со свидетелей Иеговы запретили их. 400, кажется, 70 залов отняли, зал царства называется. И они вне закона. И приехал из здания какой-то там их проповедник, и у них проповедовал. Его взяли, арестовали. Он ничего не делал, у них проповедовал. Это экстремистская организация. А какая экстремистская? Прошел суд. На 6 лет посадили. Но к Владимиру Владимировичу Путину люди обращаются, а я молюсь. И не имеете права трогать их. Это не теократическое государство, это не Греция. Они хорошие семьянины, они работают хорошо. Они не воюют, никого не убивают. За что их лишили этой возможности молиться, как они понимают? Они настолько далеки от христианства, даже их еретиками нельзя назвать. Но не теократическое государство. Почему православным-то волю такую даете? Дорогой, когда мы ехали, нас задержали. Сразу потащились в уголовный розыск. А что, сказали свидетели Иеговы? Я говорю, что? Ну, тогда еще не были запрещены. Я понял. А так вы православные? Ну, давайте фотографируемся. Я понял, ужас какой. Безбожники. Вот куда вы едете, библиотека здесь, давайте то, чтобы... То есть они к нам благоволят. Это что же делается в государстве-то? Я знаю, рано или поздно доберутся до всех. Как когда пришли большевики. Антихрист также действует. И кто-то Путину хорошо рассказал. И я в интернете считаю, лишь с Путиным не встречался я на этой неделе. И он говорит, будем смотреть. Но главное, это, конечно, суд. Суд? А вы знаете, вот разбился, здесь Евдокимов был, Михаил Сергеевич. И говорили, что кто-то ему стрелял в шину, там где-то снайпер сидел. Ну, такие глупости, даже слушать нечего. И стукнулся в машину, в которую, там Щербицкий был, кажется, или как его звать-то. И его, значит, арестовали, он сидит. Я спрошу, брат Севастьян, когда погиб Евдокимов, а в чью машину он стукнулся, фамилия его? Олег какой-то. Щербицкий. Насколько я помню. Щербинский. Он с семьей был, кстати, жена да, и дочка. Да, его посадили. Но и суд сначала... принес решение. Шофера переградили дороги в многих местах по всей России-то. И мигом садят его убрали, а судья-то что, ей дали указание. И сразу решили, он не виноват и домой поехал. То есть, закон что дышло. Мы должны просить Бога, чтобы дал хороший судей и никогда бы по пристрастию, по взгляду вообще не судили. Я призываю к молитве, ни к чему. Далее, на меня очень сильные нападки, ни из-за чего. А на самом деле я спровоцировал это. Такой человек Синицкий, фамилия его Александр. Вот интересно как. Я некоторые отступления буду делать. У меня близкие-близкие отношения были с Сергеем Георгиевичем Козловым. Я выставил то, что мы переписывали. Получилось 9 роликов только. В письменном виде, как там интересно сделали, как стрелки идут, кто кому говорил. Вообще есть специалисты такие, просто диво какое. И у нас с ним было 2 или 3 раза расхождение. Где? В оценке людей. И все разы он был неправ. И неправ настолько, что он возвращался и просил прощения. Теперь я могу сказать это. Как? У него близкий знакомый Александр Калинин. И он говорит, вот на него он поможет. Ну, я вышел, а тут я воскрес, я был такой, ну вот как это, Деви Христос-то была, обманывала, Сыгунта или какая она. Это точно, я один раз только поговорил и сказал, Саша, не делай этого, никакого воскресения не было, а его принимают, он воскрес, его баптисты везде, а кто ты? Я православный, посты соблюдаешь? Нет. Исповедуешься? Нет. Безбородый. Я православный. То есть, ему надо везде так. Я сразу сказал, Сергей, это очень нехороший человек. И больше я никогда к себе не брал. Которые ролики говорили с Сашей, он тут начал клепать, эти ролики убрать, своровать и прочее. Но вот когда фильм «Матильда» поставили, в это время появилось общество «За Святую Русь».
И он во главе ее, вот такая борода у него. И что, объявили войну всем кинотеатрам, поджигать, кто покажет этот фильм. И естественно, ну Поклонская там первая восстала, это вы что делаете, прокурор Крыма, кажется, она была. Потом перевели сюда. Ну их арестовали. А там они разгонят машину, она ударилась там, бросили машину, другую повредили. Грозят тому, кто его учитель, фамилия, кто фильм поставил, это Алексей-то. Ему, я все интервью их посмотрел где-то, его посадили. И оказывается, за ним два уголовных дела. По делу документы, это же судимость была. И вторая так, он узнал, что почти соседка, она предприниматель, и у нее деньги. И возьми, скажи он бомжам двум. А те сказали, Саша, давай, она, мы стучали, она никому не открывает, осторожная женщина, тебя знает. Тетя просит, она меня знает. Ты постучи, а дальше мы сами все сделаем. И она говорит, да он договаривается, когда только дверь откроете, вы меня отбросите, что я не знал, чтобы ко мне претензий не было. Ну, растерялись, и он оказался внутри. Они, давай пытать, задавили женщину, отняли деньги. Он открыл дверь им, и ни один человек не знал, а теперь как судили, какой судья и прочее. Я его не видел и не знал, это мне... Только глянул практически, и Бог показал, насколько он скверный этот человек. Подлый. На голос он вел их, они бы не вошли туда. Вот с этим Синицким, я один раз только его увидел. По лицу, по поднятию ресниц, я сказал, этот человек страшный. Сколько же за ним есть. И оказалось, он напал на Яна Златоуста. Всю биографию переворачивает, и он нигде ничего положительного нет. Ему сказали, баптист такой-то, и он, значит, по его роликам или узнает биографию, и начинает клеймить, все переворачивать, чтобы его того сбросили. И работает целая компания людей, это даром никто не делает. Его нигде нет, он на скайпу вызывает, он не идет. Нигде с двумя человеками не видели его. Не то, что у нас, вот мы говорим, собрание и прочее. Ну и он напал на Златоуста, что я должен был делать? Всю биографию перевирает, и вот он в этом виновен Златоуст, в этом никакой не христианин. Златоуст это мой любимец. Не знаю, такой ли я у него. Златоуст за себя не может еще сказать. И я сказал, это неправда, ты лжешь, ты не читал этого. Я думал, этим закончилось. Но ему-то как я могу сказать, только по видеороликам где-то. И в это время он, команда дана АТУ на меня. Они везде все берут. Все выбирают и целый ролик составляют. Еще один, еще 20 что ли заказано. Такого у него тоже не было. Я только благодарю Бога, что на меня он наткнулся. И в это время они все мной заняты, другими они уже не могут заниматься. Ну да. Про лагерь. У меня 475 роликов про лагерь. Да там столько можно взять. Вот дети, я детей примеряю, где это неправильно, это то. У него детей нету. Значит, ни своих нету, чужих нету, да, ни лагеря. У него ничего нету. Но за ним... Мне сразу начали скидывать, в интернете нашли. Он сидел два раза. Первый раз за грабеж, а второй раз та же самая история. К знакомой женщине, она ему как будто маленько знала, говорит, мне сегодня даже поесть нечего, ты... Ну, дай мне хлеб. Она дверь открыла. Он ее шиб, повредил голову, а ей 60 с чем-то лет было, изнасиловал. Это тот, его звать Александр. Просьба, помолиться. Я ни за что не отвечаю. Я беру то, что материал в интернете. И на меня скидывают и скидывают сейчас про него, что знают. У него только одно, что любого порочить и прочее. Меня он не может взять никак. Ну, дети подходят или бегут сзади. Это я их заставляю, или, ну, то есть, взять-то нечего. Ему говорят, Лапкин весь на виду. У меня 14 тысяч роликов. И ты берешь. Тебя он не может взять, у тебя ничего нигде нету. Я ему дал знак. Выходите, и Сергей Козлов сказал, по скайпу, Сергей сказал, он хороший человек. Почему, сказал, не знаю, где-то он нападал на еретиков. Но если нападал на кого-то, то рано или поздно нападет на нас. У него ничего нету. Вот это вторая была, второе наше расхождение с Сергеем. Ну, на один день только, потом Сергей сразу увидал и сразу отошел. Златоуста клеймит. И это обвинение, что по Златоуста миссионерский отдел Иринея из Новосибирска выставил в интернете. Меня тоже выставляют, ну, я к тому говорю, что на первом месте Библия должна стоять-то. Здесь нет, он где-то у пятидесятников был, харизматов этих, православие это вся только секта, ну, то есть ничего нету. Моя просьба, помолиться, а сегодня ночью они меня засыпали угрозами, под разными именами, кто там 666 подписывает, вы доживаете последние дни, мы вас не оставим. Мы, Томенко, губернатору Алтайского края обратимся, что это экстремистская секта, которая разрушает нашу страну. Ну, то есть такую бредню несут.
Но, видимо, это он сам или кто-то. По тексту-то я вижу, что один и тот же человек говорит. И где-то 4 или 5 вышли сразу. И забрасывают буквально. Мы там сутки или сколько даем на размышления, дальше мы вас порошок сотрем. Места не останется. Вы еще не знаете, что. А я даже ни одного ролика на них не ставил. А вот так говорил. И вчера говорил с батюшкой, когда отец таким был здесь. Я немного рассказал про него. А о другом речь-то. В подполе Володя чистил. А я попутно это сказал. Они смотрят. Им, ну сколько человек там, 10 или сколько. Они много что-то человек там вырезают. Из этих нарезок он теперь это делает. И даже его не видно. И он комментирует это дело. Помолиться. О чем молиться? Чтобы Господь обратил его, пробудил совесть его и в судный день не помянул их безумие, чтобы они погибли. А теперь спрашивают, а вы верите, что он покается? Я не знаю, перед Богом, но внутри у меня такое, что человек перешел грань, через которую уже вернуться обратно невозможно. Столько зла, сразу выявилась женщина там одна, как на нее напала, на... они услышали, что я, и вроде, ну на вас-то он споткнулся. Вы же одним махом ему все рога поломали. Видите, как они сразу взбесились-то все. А почему? А я не отвечаю, я только молюсь. Он еще не знает, с кем связался. Я вас сразу включил в число людей, которые семикратно, я в день, утром, ночью буду молиться. Богу, ему ничего нельзя сделать. Абсолютно ничего. Во-первых, ничего нету. Вот я напоминаю, как Тарасик, патриарх, умирал, а вокруг него эти бесы, там, сектанты или кто там, суетились и показывали, вот ты то, а вот то. Он только прошептал им, все вы лжете, ничего этого не было, и умер. Игнатий Ильич, так вы пример-то расскажите, он начал-то с голубей. Это включило не с голубей. Двухчасовой ролик, 2,5-часовой. Ну, может, он начал с голубей. Может быть, с голубей. Но дело в том, что тронуло эту лавину, то, что Златоуст тронуло. Я выступил открыто. Не, ну это понятно, что тронуло. А это голубей, а это он начал вас... эпизоды, которые берет. Это один из эпизодов, там еще нету. Первый самый. Ну, может быть. Так даже понятно, что нету, но как он все это делает? Ну, там вот эти повторы, которые, да, помните, да, когда судил, с ГТРК-то было. Да. И он повторы вам постоянно включал. Да. Убить, погубить вот это. И здесь то же самое делает. Тоже какое-то слово услышит, убить, и начинает убить, вот такая, вот галиматья вот такая идет. Как это люди смотрят, я не знаю, как это паскудность. Ну такие же люди и смотрят, как, ну, он сам. Ну может, да. Такие вокруг него, те, которые люди были, когда малыш был, Роман выступал, они вокруг. Роман не сдавается, там, Дон Чел Ли, мы с тобой, главное у нас вот уже сила порчена, другая только в ребрихе, мы. Эти же самые люди там у него сразу, то есть... Это бесы, это не люди. Это не с такой скоростью узнавать, он под разными именами делает демон. Это не люди, это точно. Невозможно смотреть на эту гадость. Так, вот еще одно место такое. Я пролистываю, чтобы запомнить. Я бы сейчас ничего не смог сказать. Неприятное известие для меня. Знакомая наша, прихожанка, молодая, идет где-то к своим. Мажутся помадой и все прочее. Всем, кто в их доме, они слышали, о ком речь идет, прекратить это. Выбросить из дома эту мерзость. Потому что есть свои мужского пола. Но мало что там, кто и никто не смотрит. Она прихожанка, и этого не должно быть. Никак. Абсолютно. Это пророк Исаия подробно об этом говорит. Я говорю, не называю ничего. Слушайте внимательно. И особо обращаюсь к тем, кто живет вместе с ней и прочее, прочее. У нас это не принято. Еще в жизни вначале ты делаешь, что уязвимый для мира. Мир свое сразу возьмет. А если ты вот такой форме идешь, тебе лишнее не притронется. Как-то я говорил, Сергей два ролика поставил, называется «Рулетка», «Чат-рулетка». Ну, глубина ада. Собирается примерно там ради блуда 50%. 80%, если сначала опять считать, это мусульмане. Я с ними беседую. Мусульмане. И там условия такие, чтобы человек, лицо было, они только вот так фотографируются, который идет, и говорят за кадром, потому что подсудное дело. Показывают члены свои, поворачиваются, блуд на глазах творят. Но мы опустились. Я попросил, Господи, дай мне этот талант, который был у Сергея Козлова. Он два ролика поставил, и чтобы туда. Я нахожусь уже там, уже третью неделю, наверное, уже три, наверное, недели будет. Три недели.
ему уже записали примерно 60 роликов. И с мусульманами. Больше часа идут беседы, и они повторно теперь находятся здесь. Ну, то созайдите. Просто благословенные беседы. Я меняю тактику. Не просто так, а там у нас, ну, 5 секунд, потом уходит, другой кадр, стоит дольше. А здесь кто-то там не выключает, а ему надо послушать. А я тогда беру псалтырь и читаю, и кланяюсь. А один человек у меня сидит, его не видно, он там переключает, когда надо. Если он сказал матерок, сразу обрезал, чтобы потом концов убрать где-то. И мы переменили тактику, я стал читать, цитировать слово Божие, не сидеть двое рядом, а я стою, у меня четки в руках, я молюсь громко, и те сразу заинтересовываются, которые мелькали-то все. Я даже прошу одеться, одевается, если курит, то он бросает курить. Повторяю, это минимум 60 роликов, каждый ролик почти по гигабайту. То есть это новое, и все говорят... Никто не ожидал в такой скверне найти души, которые расположены, а я им все по Писанию цитирую, что на память, а потом читаю псалмы, псалты в руках держу. А кто рядом сидит, видит один, долго сидит, он потихоньку вам побеседовать, да, я хотел бы побеседовать. Ну, я тогда подхожу, начинаем беседовать. Я говорю, мы так, Игнатий Тихонович, ну, неужели я не знаю, да я у вас сколько на ваших ресурсах, то уже сколько лет, я уже и в церковь пришел, я молюсь и исповедуюсь. Уже несколько человек, которые пришли через нашу вот эту работу, но они одетые, все там, и зачем вы здесь, да что-то хотел товарища найти, ну, я не знаю, насколько достоверно это, но главное то, что Господь и там находит, мне нужна помощь. Запомните, мы буквально в глубины ада опустились, даже сказать страшно. Это нигде нет, никаких ресурсов, нигде, только здесь. И изобрел, и говорил, все, это 17-летний мальчишка-двоечник. Один двойки получал. И кто-то, конечно, помог ему. И в среднем где-то каждый день заходит 500 000 людей. 500 000. И мы, когда там зашли, к нам, конечно, они скорее, которые есть, фотографируют нас, другим показать, снять. Ну, заходишь, она раздетая. Мужчина там, ну, говорю, там больше 50% совершенно голые. Голые. Ну, мы там, и нам нужна помощь. Помощь постоянная, не на один день. Мы пока не уходим, пока нас не вычислят и пока нас не закроют где-то. Потому что сатана не любит, когда его прихожан воруют. Он считает это воровством. А апостол Павел говорит так, сделай вас ловцами человеков. И была такая одна женщина, она трудилась, верная была Евдокия. А дьявол, когда узнал, что она обратилась, и на епископа Нона навалился, ты старый хрыщ, да из-за тебя, какую похитил у нас, за ней тут полгорода тащилась следом-то, а он сразу вышиб это все. Так мы не знаем, что будет, но я чувствую благословение Господне. Помоги, Господи. Значит, запишите, о чем молиться. Я говорю о молитве вашей. Этого звать Александр. Да. Анастасия. Анастасия. Нет, я не о нем. Александр, говорю, которые нападают. Синицкие фамилии. Ну и последние говорили там в туалете. Я должен здесь пройтись. Ребятишкам нравится, что падает бумага. Бумагу новую кладу, прихожу. У нас использованная бумага, там корзинку, потом сжигают. А это просто чистая бумага разбросанная. Уже не один раз. Это, конечно, делают малые дети. Чьи это дети? Проведи с ними занятия. У меня в лагере была такая девочка. Как пройдет? На полмесяца, на месяц была бумага, она все туда, ну оттуда еще уже возьмешь-то. Ну и сразу ее мы узнали. Ну так, давай. И это, Ирина, это ты делала, и я. А зачем? Мне интересно, как бумажки летят. Очень просто. Я беру газету «Алтайскую правду». Сколько страниц? Это листиков 2. Перевернул 4. Переворачиваю 8. Перевернул 16. Еще. Ну и получилось так, что там 120. Вот теперь смотрите. Вот сейчас лезет что-то свое. Вышка у нас есть. Специально на Вавилонской башне называется. И оттуда вот эту пачку ты будешь... Вот ветер будет. И отпускай, чтобы они летели. Она довольна так, но это не все. После этого мы посчитали, их нужно будет собрать. И вот сколько там есть у тебя 80, эти 80 ты на обед должна принести. А если нету, значит пойдешь не есть, а туда. А отец сказал, я ее чуть не убил. Купил принес зарплату домой. Она стибрила у него, то есть своровала и пошла, но купила целые банки помады.
этих тюбиков, губы мазать. Я говорю, ну у меня тут этого нет, а было такое, что любили есть помаду. Это не помаду, а зубной порошок. Там сладкий, что ли, там какой-то есть. И мы ничего не могли сделать. Тогда так. Все эти отдаем ему тюбики, в чашку все это стянули, теперь ешь до сыта сколько хочешь. Парень один раз наелся и больше не стал это делать. Теперь она, а за ней, чтобы она правильно была, другие не нарезали, двое смотрят. Двое, которые работают, играют здесь, и за ними смотрят. А она, не знаю почему, ходила не в очко, а мимо. Тоже узнали. Я сказал, больше туда ходить не будешь, а вот у нас там дворы, бывшие скотские, тебя две девочки с лопатой будут водить туда, и там будешь отдельно отправляться, а здесь ты не будешь. И утром как надо, не надо, мы на зарядку, а ее повели на прогулку. И все, больше ни разу не было. То есть адекватное должно быть наказание. И вот они, я не так с детьми вожусь, а у нее никогда не было. А ему говорят, если плохо так, зачем бы родители отдавали? А у меня вот сколько лет вы были у меня? 9, наверное, уже. 9 лет. 9 лет. Ни копейки с них не взято. Мало того, еще в прошлом году, или когда у меня позапрошлом году заработал. Вот так. Да заработал так, что всех удивил. Потому что он работал, шкурил. Не для меня, а для жердей где-то. Но нападки за что? На что идут? Ни одной нападки по делу нигде нету. Я, во-первых, Бога благодарю, что меня Бог скрыл под своей мантией. И второе, никакого зла нету, я целый день хожу и улыбаюсь, думаю, Господи, ты это услышал, что на меня натолкнулся, там-то ему тоже угрожают, а я только молюсь, он еще не знает, на что напоролся. Он на семикратную молитву наткнулся, и ему ничего не сделать, самые близкие друзья отвернутся, он, нет, а он кто-то делал это, то в мировом масштабе они это делают, любого оклеветать, ну как, вот такого-то не избирайте депутата. И там начинают они говорить. Это то же самое. А здесь он ничего не может сказать. Он теперь бросается из стороны в сторону. Сегодня угрозы пошли. Ну, я молюсь. Я отвечать не буду. И, а что отвечать, когда я человека не вижу? Только молиться. Я прошу, чтобы помнили это. И вы пришли на помощь. Богу слава. Игорь Ильич, сюда. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыл имя Твое, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы славим Твое всемогущество. Ты позволил нам быть в доме Твоем и прославить Тебя. Посети наших дорогих болящих, восстави их. И о чем мы говорили, это дело устрой по воле Твоей святой. Не нам, но имени Твоему да будет слава. Научи нас, Господи, в точности исполнять предписанные святыми отцами и каноны. Пробуди священников, дабы истинно преподавали крещение с троекратным полным погружением. Жалься над нами, Господи, и распусти нас с миром, научая, Ты наш учитель и путеводитель. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Господи,
Прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Мы просим Тебя, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебя на небе и на земле. Господи Боже наш, прими молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Мы умоляем Тебя, Господи Боже, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. А Тебе слава за все вовеки. Аминь. 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 Говори, Господи Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аллилуйя. 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 Аминь. У нас сегодня во время богослужения один человек потерял сознание. Угу. Я спрашивал, какая? До службы от давления таблетки глотнула. Только больше ничего нету там. Я притом знаю, что я категорически против таблеток. Категорически. Повторяю, я еще ни одной таблетки за жизнь не съел. Но у человека чего? Я знаю. Днем никогда не ложитесь. Ведь ложитесь. Она как полежала... Встала, ее вот так начинает мотать давление. Давление-то не в пятках, а в мозгах. Что непонятно-то? Ты голову держи выше, а не ниже. Я работал во вторую и третью смену. И днем иногда ложился. Сразу голова закружилась. Да ко мне было в то время еще 30 лет не было. С тех пор я сам без врачей дошел до этого. Что нельзя ложиться. А как? Ну кресло или что? Наклонись, подложи подушку. Ну не больше наклон, чтобы вот такой вот был. Больше не надо. Процентов на 80, не на 90. И все, подреми 15-20 минут, за это не заходи. До 60 лет, если человек ложится, написано, за каждый час он платит сколько, высчитали. А после 60 лет может ложиться, может отдыхать, только в таком положении. Я это все беру из литературы и скажу, все правильно. Все, говори, все там. Аминь. 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 Что? Я знаю... сектантов разговаривала, что они ходят вот по таким публичным домам, как клиенты. Приходят и разговаривают потом с вот этими падшими. Ну это же есть практика. Да. Святые такое говорил. Да. Кто Александр может? Михайлович, чего вы хотели? Ну вот так они говорят. Знаете, куда зашел? Вот нам сказали 21 числа. А он какого числа ушел из жизни? 20 ушел, 28 последний день. Ну все понятно. Ну, да молитесь, ничего страшного не будет. Если перемолитесь. Нет, ну катизм читаете. Ну катизм все читаете. Ничего страшного. 28-го, хорошо, что она сказала. Все. Я все знаю, что 20-го. Если бы и побольше, то ничего страшного. На следующий день. Это хорошо, что